Владимир Путин подтвердил присвоение Самаре почетного звания «Город трудовой доблести». Это решалось на заседании Российского организационного комитета «Победа». С такой инициативой выступил губернатор Дмитрий Азаров. Его поддержала глава Самары Елена Лапушкина и общественники. Напомню, еще в декабре прошлого года президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о присуждении почетного звания городам, которые именно благодаря труженикам тыла внесли значительный вклад в победу над фашизмом. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев не только являлся запасной столицей, он превратился в единый конвейер для производства авиационной техники и оружия. В день общероссийского голосования многие жители области проголосовали за присвоение Самаре звания «Город трудовой доблести». Город, где была вторая столица нашей страны, я вот абсолютно уверен, что он должен быть в списке городов трудовой доблести, без всякого сомнения. Нас на всех будет это накладывать очень серьезная ответственность. Студент должен хорошо учиться, рабочий должен хорошо работать, ответственность перед всего общества, перед самими собой и перед российским обществом, перед своими детьми, перед внуками и перед старшим поколением, которого уже нет. Мы должны чтить эту память очень высоко. Это тоже оценка и того, что мы сумели разместить здесь, значит, правительство, многие службы центрального аппарата Советского Союза, и потеснились, уплотнились, разместили семьи, дипломатический корпус. Это тоже вклад